Всем привет, друзья! Вы попали на канал Бананчик. Меня зовут Владимир, и я продолжаю выживать в ЛДЕ. Друзья мои, сегодня я заметил то, что мне больше не падают вот эти колбочки с кровью. Все, наверное, 16 сезон прощается с нами. И сегодня, друзья, мы откроем все сундуки. Ящики, которые у меня накоплены в кислотной ванне. Да, вот эти все ящички пооткрываем. Что я там заметил? Я тут заметил кое-что неинтересное. Вот эти ящики все с вами пооткрываем полностью все. И давайте попробуем сегодня еще постоять испытание воли. У меня есть немножко там колбочек, там 4100. И как раз заценим, что мы получили за 16 сезон. Здравствуй, коммуна! Здравствуй, дом родной! Надеюсь, ты еще будешь работать у нас. Сейчас посмотрим, друзья, что у нас тут будет интересного. Смотрите, Кэрри уже... А нет, Кэрри еще обозначает. И у нее задание также можно, да, брать? Да, еще можно пока что брать задание. Это хорошо. А где мы сегодня с вами побегаем? Давайте побегаем, наверное, вот здесь. Для начала. Работает у нас? Да, все пока что работает. Хорошо работает. 4100. Потому что я заметил, друзья, я бегал на свалочке, убивал зомби. Но они мне не давали нифига никаких колб. Хотя, может быть, знаете, когда колбы... А нет, ну нифига, до этого мне давали, сейчас не дают. Конечно, я взял 4 гранаты, потому что все остальные гранаты у меня находятся... Где? В бункере Альфа. И гранатомет. Да, гранатомет у меня есть еще на почте. Если что, мы с вами его возьмем. Хотя не если что, а его надо забирать, наверное, будет сейчас. Давайте сейчас побегаем. Хотя я бы еще гранатами повзрывал бы. Посмотрим. Выбираем железную трубу. Риск, и побежали крутиться. Да, спасибо тебе, дружище. Теперь я обратил внимание, и мне нужно за минуту 30 секунд уничтожить 12 зомбарей. Я этого не замечал, правда. Вот этого я не видел. Что мы делаем? Хопа, гранатка полетела первая. Налажены. Тихо, тихо, мы не стоим. Нам нельзя стоять на крови. Нельзя, нельзя, давай. Бегаем. А, минута, я 4 только убил. Вы что, издеваетесь, что ли, над этим? Товарищи! Ё-моё, кровь, давай исчезай уже. 4 за мной бегают. 5, не 4, 5. Ва, нифига себе. Ой, как вас тут много. Давай, 1, 2. В смысле? 1. Давай, ну! Бах, задание выполнено. Очень как-то непонятно эти, как гранаты работают, потому что я их кидаю, а в итоге они нифига не кидаются. Еще вот этот куст мне мешает маленько. Давайте я его удалю, чтобы он мне нафиг вообще не нужен, как бы так, по идее, в инвентаре не мешался вообще. Взял еды, воды, огнестрела полным-полно. Если что, мы еще постоим на испытаниях Маркуса, но сегодня надо как-то повыбивать хороший... Воу, разрушитель, лут. Конечно же, пробки это было бы имбово, но я хочу разрушитель. Мне надо будет, наверное, там 15 человек уничтожить. 15 человек мне надо будет уничтожить. Давайте добьем. Что тут летает-то перед носом? Убьем, наверное, сразу же глок и попробуем уничтожить заодно и гранаты последние. 15. Надеюсь, друзья, в этот раз мне получится все-таки отстоять все последние волны. А то до этого я вообще не мог. Неловко погибал, конечно. И да, друзья, наверное, скорее всего, я закончу все-таки играть в Brawl Stars. Потому что я заметил, очень мало просмотров идет. Давайте делаем маленький бум. Ну, бах, молодец. Кровопиец, ты должен моим быть, а не того чувака. А то он хитрожопый. Да. Хитрожопый чувак. Друзья, как намного больше вы зарабатывали здесь карт для ПУ? Вот мне ничего интересного. Ой-ля-ля-ля-ля-ля, живодер мне долбанул. Вот я, например, ни одной фиолетовой карты еще не получил. Синий получал. Правда, синий получал. Все остальное я нифига не находил. Давайте вот так вот делаем. Бах, первый. Вот так вот. Давай, взрыв.
Да, есть одна проблема. Да блин, ну живодер, ну сдохни ты, сдохни, живодер. Воу, а чё вас тут так много-то, алле? 15 жизненьки, вы где? Маленьких жизней я не вижу. Бледный зомби. Не-не-не-не-не! Да ты заколебал, чувак. Кровь, давай исчезай уже. Ой, задание провалил. Да, друзья, и такое бывает. Ладно, пофиг, ничего страшного от этого не было. Я проворонякал немножко жизнь, ой, этот, время. Ну, ничего, бывает. Мачете, ну, блин, я не хочу здесь мучаться. Пойдемте сразу к Маркусу. Здесь муторно бегать, это, ой, фу, да. Не хочу я. Лучше здесь я постреляем, побомбим. И, может, что-нибудь интересное набомбим. Вот так вот. О, у нас что, с прошлого раза щенок здесь остался? Берем глок. Это в дальнее плавание выкидываем. Вот это возьмем. Ну, немножко, конечно, попьем, поедим, отхилимся. И сейчас уже можно топать в бой. Кого берем? Щенка мы, друзья, с вами берем. Щеночка мы возьмем с тобой. Давай, выходи, полузатый, выходи. Выходите, огромнейшие зомбачки. А вот мне интересно, друзья, вот на 17-й сезон, что у нас будет такого интересного вообще? Что мы будем там делать? Такие же испытания? Да хотя не может быть. Повторений, по-моему, пока что не было. Что здесь? Мы берем фильтр или электронику? Ну, пластик, ладно, пластик мы и так делаем. Электронику, скорее всего, я возьму. Хотя нет, фильтр. На вездеход мне, друзья, осталось, ну, 130 фильтров. 130, это 20-ник у меня есть. Сотня где-то, по-моему, в сундуке. И еще надо фильтров чуть-чуть еще. Конечно же. Давайте вот так вот делаем. Сейчас, по-моему, вот эти твари поползут. Ой, друзья, я не взял в руки автомат, который мне пригодится, потому что здесь кислотный... Вау, подожди. Да ну нафиг. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я сейчас тупанул. Я просто сейчас тупанул, блин. Я проворонякал этого дядьку и чуть не отъехал, молясь опять громко почему-то. Да как так-то? Все время у меня громко. Что у нас здесь такого интересного? Ну ладно, все нормально, все чики-пуки. Сейчас, конечно, трубу надо ставить на последнее место и брать что-то наподобие глока. О, вот это я заберу себе. Есть элитный щенок, друзья. Это овчарка. Ага. Ну, блин, я лучше сталь возьму. Мне сталь на первом месте сейчас нужна. А, бомбим, конечно же, этих чуваков глоком. А вот этого чувака мы шуруем сразу же. Да, блин, друзья, я опять... Что-то у меня с торможением сегодня какое-то непонятное. Я заторможенный маленько. Давай, бомби. Мне еще 5 человек, пожалуйста, вытягиваем. О, идет. Не попал, чувачелло, не попал. Сколько? Последний. Все, последний. И мы забираем, что у нас там заработано. Да, я забрал свое ГГ. Интересно, пипец. Ладно. Ой, бутылки я не буду выкидывать теперь. Нафиг. Вот, нормально. Начало, друзья, еще по качеству есть. Это по качеству начало. Знаете, что я не взял? Я броника не взял. Ё-моё, я так хотел, блин, взять броник. В итоге я же его дома и оставил. Что мы здесь берем? 2 банки еды, аптечку или... Целый нож. Угу. Давайте аптечку возьмем, потому что бронька, если слетит, я буду в одних труселях бегать здесь. Хотя не, у меня на почте есть бронь. Ой, подожди, дорогой мой, подожди. Вот так вот мы должны были сделать. Я чуть-чуть проморгал. Ну ладно, ничего страшного. Подбегаем к товарищам и лупим их дубинкой. Не зря же ведь я взял сюда дубинку-то. Ведь правильно, да, друзья? Надо ведь их дубинками обходовать немножко, то хотя бы. Отчепись ты от меня уже, однако. Здесь мы ставим, конечно же... Так вот, наверное, мы поставим. Нормалек, пузырек.
Да ладно, дробовичочек у нас здесь. Вот мне интересно, после дробовика будет ли сишка? А? Будет ли у нас после дробовика сишечка? Если будет сишечка, это будет фиаско. Дробовик, конечно, дробовик выбираем мы. Поехали! Сейчас самое главное не проворонякать свою бронь. Вот самое главное не проворонять эту бронь. Если я провороню ее, это будет фиаско. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да ладно! Я чуть не откатился, вы, друзья, видели это, да? Опа! Давай последний маленький, вау! И сколько у меня с бронькой? Нет, пока брони мою не трогали. Нет, мне не дали эти 4, тё такое. Но вышло 2 кислотных чувака. Вы видели, да? Вы видели, что у нас вышло 2 кислотных, однако, червяка? Которые очень сильно меня напрягают. Что мы здесь делаем? А ничего не делаем. У нас и так все хорошо. Банки только выкинем, все. Все, я готов. Вот что это за баг такой? Смотрите, испытание воли. Уничтожь зомби, да того, как комната заполнится газом. 8 из 6. И что за фишка такая? Непонятная. А сейчас нажму, и будет задание не выполнено. Я забираю сталь. Я не знаю, я готов, не готов. Я не знаю об этом. 3 стали. Давай, поехали. Самое главное, чтобы не было кислотного. Ой, да ладно, чувак. Я вот тебя-то и не хотел, чтобы ты выползал, блин. Давай. Молодец. Давай, 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 давай. Вот так вот, надо всю карту видеть на изи, чтобы у нас не выполз тот чувак. Давай, давай, маленький, давай, выползает, 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 берем вот эту и давай. Ой, как хорошо, ой, как вообще замечательно, это просто классно. Давай последнего, последнего. Я чуть не откис, друзья, но я забираю этот дробовичок. Еще один щенок у нас есть, хорошо. Я забрал дробовик-то свой, плюс 6 стальных пластин, конечно же. Надеюсь, на 17 сезон будут испытания, но не настолько мощные, как у Софии. Там реально мощные эти испытания. Вот есть одна проблема, то что у меня заканчивается огнестрельщик. Надо истратить глок. Первым делом нам надо истратить глок щенка. Я заберу щенка лучше, потому что щенок сейчас мне бы пригодился бы. А жалко, что не элитный щенок. А давай трубу будем тратить, а не глок. А, подожди, если я буду тратить трубу, меня сейчас разденут быстро так. Я не хочу, чтобы меня раздели, потому что у меня бронь-то не взята. Ой! Ну все, да-да-да-да, это фиаско. Это фиаско, дружище, фиаско! Да давай ты умирать, вот ты какой, а? Бронированный баран. Бронированный брын. Брын. Вау, а что, у меня 2 М-ки голые? Ну я молодец. А я молодец. Я молодец. Молодец, да я. Что мы берем? Давайте возьмем, наверное, калашик, эмочку и стратим до конца как раз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И что же, друзья, мне здесь выбрать? Да, конечно же, все бы взяли краску белую, но так как краски у меня очень много этой белой, я возьму шеврон. Потому что шеврон нам поможет в бункере Альфа, который откатится где-то через 3 часа. Ну да, через 3 часа он и откатится. Рисковать за шеврон — это хорошо. Но надеюсь, мне брони хватит. Я надеюсь. Поехали. Поехали, товарищи, поехали. Все, у нас тратится калашик. Калашик нафиг не хочу тратить. Я хочу эмку дотратить до конца. Тихо, тихо, тихо. У нас не выползает, друзья. Пока что не выползает этот кислотный чувак. Ну, где последний-то? Ну, что это за беда? Почему он выползает с попы мира-то? Молодец. Просто молодец. Хороший мальчик. Хороший мальчик. Мальчик, мальчик. Засунул в попу пальчик. Ладно, хорошо. Просто что-то я говорю, но непонятно иногда что. Вау, друзья. Да, дари, да, дари, да, да, да. 3 пластины. Опять 3 пластины. Это, блин, просто бомба. Узишку, друзья, я просто трачу, потому что она промахивается до сих пор, хоть у нас и барабанный магазин.
улучшенная рукоять и коллиматорный прицел. Он один фиг промахивается, этот УЗИ. Это УЗИ промахивается. Ладно. Давайте, 3 стальных пластины и поехали. Вы посмотрите, я стреляю, я бомблю. Так, тихо, выбираем калашик. Переходим в стелс и добиваем его, давай. Я чуть не отпал. Сейчас бы я лег бы рядышком вместе с этим кислодуриком. Давай, маленький. Тихо. Давай, кислотного, кровавого точнее. Да ладно, я их всех кислотными называю. Давай, отваливай. Все, друзья, я получил еще 3 пластины. Забираем. Ой, а что это за балалайка? 2 бинта, 2 еды и 4 гвоздя. Это нехорошо. Плюс у нас есть еще один сундучок. Конечно, сундучок мы с вами заберем. Чуть-чуть попозже только. Чуть-чуть попозже мы с тобой заберем-то этот вот сундук. Оля-ля. Бронь, вы посмотрите, бронь по минималке, но уходит. Зато, смотрите, вот это вещь. Ё-моё, 2 щенка. А чего, овчарка и овчарка, да? Ну, жалко, что овчарка и овчарка. Надеюсь, какие-нибудь там, ну, не первого уровня. Хотя бы не первого. Я буду рад и на этом. Так, немножко здесь. С этим экраном пипец неудобно. Что мы берем? Давайте возьмем 2 маленькие аптечки. Хотя бы я... Нет. 2 маленькие аптеки. Бинта. Блин, да почему бью аптеки-то я называю их? Бинтика я беру. Вот так вот. Поехали. Трубой немножко поколачиваем. Вот так вот. Хопа. Можно, кстати, в стелсе их убивать здесь. Вот так вот. Хопа. А не, нифига, не сработало. Давай, маленький. Давай, солнышко, давай. Тебя сейчас все равно разденут. Блин, вот это неправильно все делается. Смотрите, новый подбегает и начинает меня лупить. Все, меня раздели. Меня, друзья, раздели, ё-моё. Сейчас достанем броньку, хоть какую-нибудь. Есть какая-нибудь там франая. Не чисто ловная. Хотя бы вот шапку я нашел. Имба. Штаны. Ну, есть куртка. А подождите, а если я антирадин шлем надену, у меня будет все равно кутузить? Да нет, я шлем уже как бы достал. А, все у меня, да, бронь у меня. Вся, что есть бронь, вот здесь, друзья. Больше брони у меня. Вау, подожди, мой дорогой, я не хочу тратить. Нормально. Все сапоги практически истратил. Да. Бронь из 4 разных... броней. Воинская, антирадинная, это антирад куртка, ну, антирадинная. Вау, боевые штаны рейдера и сапоги резиновые. Насколько мне этого всего хватит, я без понятия. Вот так вот. Берем УЗИшечку. Конечно, надо бы немножко отхилиться. Гранаты, алюминь или шестеренка. Здесь я вообще не знаю, что брать. Это какая-то балалейла, все балалейла. Правда, алюминий у меня полным-полно, это я и так фармлю, плюс гранаты. Я возьму, наверное, сейчас пока что гранаты, потому что гранаты на это время у меня... Нет, подожди, стой, давай шестеренку возьмем. Шестеренка нам нужна для вездехода. Вот так вот. Пока нам нужна шестеренка, мы будем брать ее. Отхиливаемся совсем чуть-чуть. Берем шестеренку и поехали тогда за шестеренку валить этих всех чуваков. Давай, маленькие, выползайте. Хоть бы только не было кровавого, с которым я не очень хочу. Ой, нет, не будет. Это хорошо. Это не будет, это хорошо. О, господи, я не на ту кнопку нажал. Я реально сейчас не на ту кнопку нажал. Сейчас бы уехал бы куда-нибудь в далекие края. Да ладно, спасибо, Андос. Вот это я заберу. Это мне сейчас пригодится. Но есть одна проблема, друзья. У меня заканчивается... огнестрел. Все. Это вопа. У меня остается вот только трубы и катана. Все остальное у меня заканчивается. Это плохо, конечно, плохо, знаю. Надо, блин, я сюда пришел как бы потратить немножко огнестрела и постоять волны. Но, увы. А зачем я так много воды взял?
Без понятия. Вообще без понятия. Давайте заводские детали. Заберем мы с тобой сейчас-то вот их. О, кровавый выползает. Бомби его. Все. Кружимся. Кстати, друзья, на старой ферме все-таки я рискнул. И уничтожил разорителя одной мачетой. Да, рискнул на свой страх и риск. Потому что до этого у меня нифига не получалось. Я все время умирал. Ой, тюрь. Я сейчас бы чуть-чуть заговорился бы, блин. Ё-моё. Давай, где еще один? Последний чувак. Бомба. Забираем. Ну чё за беда-то такая? За 1600 какая-то балалайка попадается. Фу, вот это хорошо. Ну, сегодня, друзья, как-то, знаете, так, ну, плоховатенько. Вообще плоховатенько. Ни сишечки, ничего интересного. Кроме, конечно же, дробовика, стальных пластин и заводские детали, которые нам пригодятся для улучшения наших этих огнестрелов. Я немножко, конечно, достал с почты огнестрельчика. Это у нас калашик, я не знаю, что за модификации. Блин, самодельный глушитель, ну это тупо. Это тупо, реально тупо. Знаете почему? Потому что он нифига не будет попадать. Было бы стабильность, было бы классно. С этим калашом нифиг делать. И, конечно же, я достал уравнитель. Не знаю, как будет вести себя здесь уравнитель, но мы это посмотрим. Давайте ставим, наверное, дубинки. Вот так вот дубины мы ставим. Поехали, у нас первое начало. Что мы берем? Шапка, целый нож или опять аптечку? Я не знаю, что мне здесь брать. Я не знаю, друзья, что мне здесь, а? Давайте аптечку возьмем. За 1600 я беру аптечку. Вообще беда. Ну, выползайте, товарищи. Выползайте, маленькие, по одному. Всех сейчас я обойду. Всем по щам я надаю. Ля-ля-ля-ля, бум-бум-бум. Я не знаю, что там еще дальше говорить. И иногда у меня получается скласть слова, иногда у меня вообще не складываются сами по себе слова. Все. Первую волну мы отстояли. Вторая волна. Стекло. Стекло, друзья, они мне дают стекло, которое мне пригодится. Пригодится стекло, друзья, мне на маяк. На маяк мне, по-моему, нужно 100 штук этого стекла. Если не каменного блока. Или 50. Где-то у меня, короче, есть чертеж такой маленький. Из фотоснимок. Это скрин, друзья. Вот. Потом прочекаю. Но здесь я лучше, конечно же, возьму стекло, чем этот разрушитель. Забьем большой болт на этот разрушитель. О-ля-ля. О-ля-ля. Не выходит. Не... а, чуть не матюгнулся. Нет. На моем канале мат не присутствуется. Надеюсь, не будет его никогда. Вот так вот. Если даже он и будет, но вы его не услышите, потому что я любитель монтировать. Рискнуть за стеклышко, давай. Тири-тири-тири-тири-тири. Ой, ё-моё, я пошел на него с дубинкой. Вы видели? Я пошел на него с дубинкой. Это же была бы сейчас фиаско. Да что ты делаешь-то? Во-во, все-все-все, выползает, чувак. Давай, обходим его и бомби его. Так, тихо. Давай. Последний, молодец. Это хорошо. Блин, я напугался. Я на него с дубинкой полетел. Вы видели? Вау. Еще есть у нас заводские детали, которые нам нужно забирать. Что мы делаем с вами сейчас? Конечно же, мы делаем... Блин, подождите. Есть калаш, есть дубинка. Калаша, может быть, не хватить мне. Давайте вот так вот сделаем на всякий пожарный. Ой, я дурак, я большую аптечку истратил. У меня же маленькие есть бинтики. Заводские детали мы берем. Поехали калашом. Сейчас поработаем по-быстренькому. Вот этого чувака. Интересно, я... Тихо. Нифига себе. Я так замечтался, что чуть не отлетел от него же. Кровавый чувак. Ты что, офигел что ли? Ну, давай, где ты там, паразитушка? Давай, выползай, по 13 хп я у тебя забираю. На изи, просто на изи я его разматываю уравнителем. Это просто бомба. Давай, все, друзья, больше у меня крови нету. Забираем, и тут уже составление идет на 3200. Конечно, у меня есть еще колбочки. Я хочу истратить их всех,
Что мы, друзья, сегодня с вами заработали? Но это еще не конец, не переживайте, я с вами не прощаюсь. Не-не-не-не. Вот, все, что сверху. Два щенка, дробовик, стальная пластина, 6 заводских деталей, 4 стекла. Стекла, конечно, маловато. Ух-ху-ху-ху-хой, здорово, дружище, София, София, привет. Привет, приветище, я к тебе обратно пришел. У нас есть 900 колб, которых я хотел бы стратить полностью. Берем. Берем мы тебя с собою. Сейчас мы с тобою будем бегать вокруг. Не очень хочется здесь бегать. Это такая беда бедовая с этим беготней. Берем мачете и пошлите круговые обороты делать. Да, ты пока бомби. Вот если бы он бомбил бы и не делал крови, это было бы намного, наверное, лучше. Друзья, здесь я третью волну стоять, скорее всего, не буду. Потому что здесь ненадежно стоять третью волну. Делаем маленький бум. И добиваем их. Этот паразит, нифига он умный какой. Ти-ти-тири-тири. Вы видели, какой он умный? Хитрожопый. Мне надо, наверное, по два раза стрелять. Потому что на один раз мне нифига не получается их убивать. Он хитрый. Добил двоих. Я видел, как он их добивал. Конечно. О, тири-тири-тири-тири-тири. Как вас тут много. Кровь исчезла как раз. Встаем сюда, берем вот эту вещь. Давай, раз. Два. Нормально. Хилимся. Мне надо троих. Раз. Два. Давай, 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 давай. Есть, 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 есть. Просто не хотел огнестрел тратить на еще одного толстяка. А то он хитрый, нифига себе. Вот мужчинка-то какой интересный, а. Все, у меня калашик скоро отъезжает. И у меня остался один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь фильтр, фильтр. Но я не буду за тебя воевать. Прости меня, пожалуйста, прости. Нет, пойдемте тогда сейчас на болотине еще постоим. По-моему, у нас на болотине мы... А, да, мы и не стояли на болотине. Че я тут? Что я тут на кое наговариваю, однако, я же не стоял тут на болотине. Еда. Я, конечно, беру еду, калаш, трубу. Трубу, наверное, возьмем. Трубой мы справимся ведь здесь. Трубой мы здесь должны будем справиться. Если не справимся, то мы откатимся. Это, конечно, фиаско. Я думал, что у меня большие аптечки еще есть в инвентаре. Берем сейчас банки. За банки воевать. Это беда. Это первый раз, когда я воюю за банки. Привет! Ой, нет, давай, давай, давай. Я калашом побыстрее вас буду справлять. Потому что этой дубинкой я здесь долго буду шлепать их. Вот так вот. Во, давай, 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 давай. Все. У меня остался один уравнитель и 6 зомбаков. Давай, бегите, маленькие. Один. Второй. В смысле? Он промахивается, друзья. Он промахивается. Ё-моё, как это так? Уравнитель, друзья, промахивается по зомбикам. Нифига не попадает. На нафиг. Он промахивается. Я не знал, я даже не ожидал, что он будет промахиваться. Вай, мачете. И тут фильтр. Ё-моё, я бы уже третий фильтр вырабатывал бы себе. Вырабатывал, зарабатывал бы, а не вырабатывал. Но у меня есть одна проблема. То, что мне нечем драться. Вообще нечем драться. Я, наверное, буду на этом, конечно же, заканчивать с этими испытаниями. Заберем эти 4 банки и все. Побежали домой, друзья. Кстати, а вы заметили кое-что здесь на карте исчезло? Я только сейчас заметил это. Тут нет дерева. Тут, по идее, стояло дерево. Вот здесь. Но его нету. Странно. И здесь застревающий бак убрали. Здесь, по идее, мы застревали как-то. Или не здесь? Где-то мы застревали, ведь была такая штука, что мы не могли выйти с болота. Просто застревали и все. Убрали, убрали тогда эту фишку. Я помню это место. Где-то я бежал, бежал, застрял и все. Меня начали лупить. И такое бывает, да. Не ожидал. Ну ладно. Ну что, давайте сейчас я раскидаю все барахлишко. Щенков я, конечно, скидываю где попало, потому что у меня нету для них вообще места никакого. Оно закончилось у меня.
Сейчас я, друзья, все по-быстренькому раскидываю и будем, конечно же, открывать наши сундуки. А, подожди, товарищ мой родной, нам же сбегать надо-то куда? Бункер Альфа, и там за дискету открыть сундук. Я чуть про это не проморгал. Секунда, и я появляюсь в нашем бункере Альфа. Здорово, да-да, ты можешь. На, держи три шеврона пока что, и на этом все. Бункер Альфа откатится, и, конечно же, я пойду опять его тисить. Я уже хочу его тисить. Это будет классно. Моментально зашел, почистил и ушел. События. Да, поехали сейчас сразу же. Я взял не зря с собой чопачок. Этот чопачок нам пригодится. Если будет кислотный сундук, мы его увезем домой. Но есть одна проблема, то что у меня... Блин, у меня и так-то есть сундук. Он меня ждет, дожидается, когда я его открою. Сундук у нас с локацией порт. Ой, это что такое? Привал у дороги, я профунякал. Ну и пофиг. Пофиг, пофиг, пофиг. Он еще появится не раз. Это свалку не надо проворонякивать. На свалочке много бензину выпадает. И иногда хороший одежка. Хороший одежка у нас однаковый подает там. Пойдем, сейчас стелси всех поубиваем. Смотрите, вот сейчас я буду убивать, и колбы у нас не будут падать. Ой, подождите, колб... А в смысле? Подождите, я не понял. А почему так происходит? На свалке что? Зомби нам не дают колбы? Мне дают колбы. До сих пор. Офигеть, блин, ну я дурак. Я, друзья, дурак. Вот так вот. Я вам признаюсь, честно, я дурак, дуракович дураков. Я думал... Ой, кислотный сундук. А, нет, нифига. Мне просто показалось, тут такое пятно было. Да, блин, я с тобой не хочу долго мучаться. Ё-моё. А чё мне его тут держать-то? О! Зомби в текстурах застрял в дереве. Фух, отлетчик. Отлетчик, полетчик. Иди лесом нафиг. Есть? Нету. Ну все. Давайте тогда забираем то, что у нас есть в сундуке. У нас топудово будет две сишечки. И модификация. А, не, фу, модификация. Не модификация. Хотя подождите, знаешь, я хотел удалить. Нет, давайте я его, наверное, поставлю для рейдеров оставлю. О, все, забираем. У нас, конечно же, есть военный сетик. Это хорошая вещь. Алюминька, бензинчик, медь. Не в расплавленном и в расплавленном виде. Также немножко железной и стальной пластины. И одна эмочка. Всего одна. И, чувак, пошли домой. Ясики открывай. Вот такой лутецкий у нас попадается на вот таких, конечно же, сундуках по карте. По синей карте от бункера Альфа. Кому непонятно. Нормально, пол инвентаря улетело. Смотрите, досок. Ё-моё, я просто завидую самому себе. У меня практически 1к досочек. Ну и напоследок, как всегда, я оставляю самое вкусное, друзья. Это у нас ящики, которые мы сейчас с вами вместе будем открывать. Я не знаю, как это мне сделать, потому что у меня здесь лежат сишечки. Хотя, подождите, я, по-моему, знаю, как это все сделать по-другому. Надо, конечно, было бы еще побольше накопить этих ящиков, но у меня не хватает огнестрела. Огнестрельчик у меня уже практически тю-тю. Сюда скинем тогда пока что сишечки. И, ну, у нас дофига. Поехали, с первой же у нас 5, 10, 15, 20, 25 сундуков. Сколько у нас огнестрела выпадет? Пока что 2 эмки я вижу. Воу, чё? Ничего себе, вот это да. Ё-моё, друзья, неплохо. Выпадение огнестрела. У меня пока что идут 5 эмок, 2 глока и 2 дробовика. Все остальное ближний бой. Это, конечно, не ахти. Ой, что я делаю? Вот так вот. Катанка, 2, да? 2 мачете, 3 мачете, кувалда и 3 железных трубы. Нормально. Пока что все нормально. Что мы делаем? Это скидываем сюда, это сюда. Что еще у нас там есть? Еще, да, есть сундуки. Давайте вот так вот открою. Ну, один дробовик. А что так мало-то? Алло. Есть у нас еще где-нибудь сундуки эти? Нету, да, просто больше. Все.
Это последний, друзья, открываем. Ну-ка, смотрим. Один глок. Два глока. Ой, какой маленький шанс. Вообще маленький шанс. Два глока, один дробовик. И последняя пятерочка у нас дает, конечно же, один глок. Друзья, вот это все, что я смог здесь повыбивать. Это очень мало. Это мало огнестрела. Что за беда? 4 дробовика, 5 эмок, 7 глоков, а даже 8 глоков. Так, а 5 катан. Ой, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Это неплохо. 10 разрушителей, 9 труб, 8 мачете и 5 кувалд. Ну, блин, я думал, побольше будет огнестрела, чем ближнего боя. Ну и мне на этом хорошо. Есть еще два сундука, которых я хотел бы вместе с вами открыть. Может быть, там что-то интересное выпадет. Хотя, не, я не уверен. Я просто в этом не уверен. Давайте открываем. Надеюсь, мне выпадет лучше винторез выпал бы. Пожалуйста. Да ладно. Сапоги. Хотя нет. Не, ну почему? Не, сапоги это тоже хорошо. О, спасибо. Сапоги это тоже классно, потому что сапоги я только что истратил, и у меня их практически не осталось. Давайте посмотрим, что мы за этот сезон получили. Я не помню, конечно, что я получал, но из огнестрела у меня оставалось очень мало. Правда, из огнестрела очень мало. Винторезов у меня не было, катан не было, гранатомет не помню. Ультиматум за этот сезон мы получили 2 штуки. Я знаю, мы сходим, не переживайте, мы сходим на слепого и протестируем этот, этот ультиматум. И там где-то еще есть защитник, дробовик. Винторез, конечно, с модификациями, скарчик, 2 скарчика. Сишек у меня вообще не было, друзья, вообще не было. Резонатор, вот эту вещь вообще я первый раз вижу. Тоже так же сбегаем. Мин дофига стала профессиональная удочка, друзья. Это я схожу на рыбалку на зимнюю, но за кадром, потому что ее не в каждый раз можно увидеть. Также потрошитель у меня есть был. Так, миротворец, уравнитель не помню. Ломоток не знаю, какого черта вообще тут делать. Глок, М-ка и дробовик не помню. Вот так вот. Вот так я вам скажу. Конечно, экипировки у меня стало намного больше. Маскировочной шапки 5 штук, маскировочных штанов, куртки и сапогов. Вот сапоги, конечно, жалко, что я их трачу, но сапогами легче, конечно, бегать по болоту. Кевларовый сетик, друзья, это у меня 3 сетика. Один у меня был и плюс 2 я заработал. Один у меня в сундуке где-то валяется, он немножко побитый, потому что у меня закончилось. А где же я бегал-то с ним? Я не помню, где-то я бегал, короче, с этим кевлауровым сетиком. Но он классный, он бомбический. Меня долго лупить будут еще. А, также у нас боевой шлем. А что удочка профессиональная тут делает еще раз? Не понял. Подожди, оружие. А что, удочка и там будет находиться? Вау, что так неинтересно? Правда неинтересно. Ладно. Токсических рюкзаков. Стало еще больше, хотя я уже 3 проворонякал на простых локациях. Тут больше ничего интересного нету. Ресурсы, друзья. У меня стало появляться это железо здесь, шкурка животного и известняк. Ё-моё, тут стало появляться. Я не знаю, почему у меня 357, хотя с последнего рейда, когда я покупал, я больше не ходил за камушком. Вот обычное бревно стало исчезать. Бензин здесь есть? Нифига себе, этого не... О, газовые баллоны, друзья, мы с вами сейчас забираем. Пойдем, конечно же, закинем. В наш вездеходик растительного волокна. Чё? Нифига себе растительного волокна. Здесь мы получили кирпич, друзья. Это первый кирпич, который у нас появился на локации. Не переживайте, мы еще будем бегать, будем фармить это все. У нас пока что нету АТВ. АТВ появится, и мы будем с вами ездить. Обычная доска, каменный блок, стекловолокно. Это все мое. Обломки титана, водоросли. Это все мое, по-моему, валяется. Да. В этот раз у нас ничего не отправлялось на почту. Все отправлялось, конечно же, в руки. Веревка, изолента. Ну, это по минималке опять, смотрите, опять бензобак. А почему бензин здесь валяется? Он там и там, что ли, будет? Давайте трансмиссии забираем. Есть один такой вопрос. У меня он давно, конечно же, затеялся. И сейчас я его, конечно же, посмотрю. А можно ли разобрать эту трансмиссию на разборочном столе? Вот мне вот это интересно.
Воздушный фильтр. Это хорошая вещь. Я, наверное, не буду пока отсюда доставать. Шестереночки, электроника, аккумуляторы я забираю отсюда. Насос не буду. Пускай все остальное, пускай, наверное, здесь и валяется. Ничего не буду доставать. Это мне нафиг не надо. Расходники. Ну, энергетик, друзья. Энергетик нам пригодится везде. Даже в кратере он пригодится. Крепкий алкоголь. Тушеная, ой, тушенка индейки. Это все балалайка. А что бензин-то везде попадается? Беда какая-то с этим бензином. Это пипец. Бензин в трех местах появился. Ящики у нас нема. Мебель и прочее. Ну, прочее это, что у нас барахла. Синяя краска, изолента, крышка. Вообще полным-полно стало. Я не знаю, там, наверное, за 2000. Кусачки, друзья, вот эти кусачки, ножовка и усилитель сигнала. Если бы разработчики оставляли бы это барахло нам, нам бы, не знаю, ну нам бы, наверное, легче, конечно, было бы. Но все-таки, это же ведь ресурс, разработчики, оставляйте. Наверное, будут вот эти кусачки, ножовки на 17 сезоне. Скорее всего, будут, потому что до этого они были. Я помню, я видел их. А на 16-м я их больше не видел. Элитный щенок. Корги? Корги. А, это желтый, наверное, щеночек такой. Хаски есть, это хорошо. Овчарка есть, элитных щенков. У меня их не было. А подождите, а что я за 16-й сезон элитные щенки получал? Я валенок, наверное, да? Нет? Я же не получал щенков здесь. Их же не... А, нет, был, вот щенок был. Корги был, хорошо, отлично, корги есть. Вот здесь кто у нас? Хаски, наверное, да? Хаски. Угу. И тут у нас еще один хаски. В смысле? Подожди, не понял. Элитный щенок хаски. И тут хаски. Подожди. Да подожди, ты жрать ты захотел, мне-то что? Мебель, прочее, хаски. А сколько у меня щенков хаски? А, два щенка хаски, ё-моё. Друзья, извините, я не заметил. Я думал, один хаски. Я тут и понять не могу, как это один хаски, а у меня в итоге всего на почте один. Ай, господи, запутался. Получил, короче, два на 16-м сезоне, но не заметил, что на почте у меня их двое. Я думал, их один. Немножко похаваю, персонаж у меня жрать захотел. Пойдемте сейчас проверим, что нам даст трансмиссия. Привет, друг. 18 минут. Давай вот так вот пока что сделаем. Вау! Трансмиссия всего час дает нам. 5% шанс на шестеренку, 15% что мы получим титан и 89% что мы получим сталь. Ну, блин, я пока не могу разбирать, потому что эта вещь мне нужна. Баллон нельзя, аккумулятор. Да, помню, мне один подписчик подсказал, где брать вот эту штуку. Свинцовый лист. Угу. Спасибо тебе, дружище, большое, конечно. 5%. Это хорошо. 5% шанс, что я получу его. Но это еще не факт, что я получу это. Угу. 15% это кислота и 89% бесполезный пластик. Как бы... Если вездеход поставлю, да даже если не поставлю, трансмиссия будет попадаться у нас где? Да где? За пропочки. Мне там совсем немножко осталось, чтобы доделать это. И все, и мне больше, по-моему, трансмиссии не надо будет. Сейчас мы посмотрим. У меня тут какой-то... Стоп. А где у меня дверь? А, дверь. Господи, боже мой. Я еще не привык к этому. Я думаю, где дверь мне к вездеходу? А вездеход чуть подальше находится. Видите, у меня осталось 3 трансмиссии. И будет классно. Конечно, аккумуляторов еще много мне надо. Баллонов мне еще надо 20 штук, друзья. Но не переживать, я не тороплюсь. Мы сделаем это все потихонечку, по-медленному. Как я и говорил, мне надо 130 фильтров. Видите? 130. Хотя 130, если у меня есть сотня. Сотня, да, сотня, 130. Да, тридцатника-то у меня все равно нету. Мне нельзя сейчас выкидывать весь фильтр, потому что фильтр мне пригодится. Давайте, наверное, я штук 80 закину. 25 мы оставим с вами. Потому что эти 25 может еще пригодятся. У меня же попадаются вот эти... ящики. Мне нужно их, конечно же, очищать. И я просто-напросто, ну, не могу фильтр нафиг выкинуть весь.
Вот так вот закидываем 80-ку. Нормально. Круто. Сотня есть. Еще полтинник остался. Стальные пластины. Стальные пластины я буду закидывать, друзья. Буду. Но тогда, когда я сделаю вот эту часть вторую. Вторую часть вот этого своего замка. Мне 11 стен надо поставить. Ну, на это... В смысле? У меня есть 20 пластин. Шутка такая. Если есть 20 пластин, я, наверное, скорее всего, лучше вот эту поставлю. Потому что я хочу с прохода убрать вот этот станок. Это пресс у нас. Я бы хотел бы его лучше убрать. Блин, хоть разорвись, хоть не знаю, что делай. Хоть стой, хоть падай. Вот так вот я буду говорить. Карбон. Карбончик надо, конечно, фармить. Побольше, побольше, но надо фармить. Шестеренки. Подожди, товарищ, подожди, мой дорогой. Я знаю, друзья, что я сейчас буду бегать туда-сюда. Что-то у меня так сильно прожимает FPS-ку. У меня такие... Тихо, куда я пошел-то? Такие пролаги что-то сильные пошли. Надеюсь, на видео это не видно. Но я замечаю это. Где у меня 6... А, 20. 37 шестеренок. А давайте я шестеренки сразу отсюда выкину тогда. Угу. Две штучки дай. Вот это мы скинем. Будем полноценно по 30 кидать. Тридцатник закинем и курим. Вот так вот. Чтобы знать четкую цифру, которую мне надо накопить будет. Я потихоньку это все сделаю. Я не тороплюсь, например. Опа. А, подождите, 63. Тут не целая, не полная цифра. Ну ладно, пофиг. А, ну что, друзья, конечно же, 16 сезон у нас закончился. И еще один подписчик мне написал кое-что интересное. Дерево сакуры. Если его посадить, когда он вырастет, это дерево, мне оно будет давать обычное дерево, 3 штучки или 2, нет, 3 штучки, по-моему, так он написал, и будет давать саженец сакуры. Друзья, это реально? Он будет давать мне саженец сакуры? Постоянно будет давать или просто он исчезнет потом? Я, конечно же, посажу его, я хочу посмотреть, что вырастет, и, наверное, скорее всего, я посажу где-нибудь... Блин, у меня тут место занято, да? А, где-нибудь, 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 где-нибудь. Ну, здесь-то, ну нафиг, ты чё? Здесь дерево садить? Я потом не вижу, не увижу ничего. Ну ладно, пускай она здесь растет. Просто мне интересно, вот правда ли это или нет. И да, еще один маленький такой вопрос. А чем его рубить? Смотрите, какой она маленький. Такой, такой маленький стоит. Вай. Какое? Требуется топор. Ага, а топор какой? Железный? Ну, пока что мне пишет, типа, простой топор, видите? Так бы было бы написано железный топор. Ё-моё, ты заколебал, чувак. Вот так вот, друзья. Давайте, на сегодня мы будем с вами прощаться. Да, мы узнали многого всего. Мы получили все, что заработали за 16 сезон. 16 сезон, ну, не знаю. Мне понравился. Я получил очень хороших эмоций. Правда, не выбил модель охотника. Может быть, еще выбью. Не беда. Мы еще сходим на испытания с вами, побегаем. Фу, когда накоплю, конечно же, колбочки. Все остальное у меня есть, кроме вот этой модельки. Ну, не знаю. Мне понравился этот сезон. Все говорили в начале еще. Помните, да? Вот я, по-моему, на видосике тоже говорил, что еще только начало, дружище. Давай посмотрим, что у нас будет. Да, мне не понравилось это испытание. Испытание Софии. Там, молясь, трудноватенько. Но нашелся баг, который можно пользоваться. Чекайте, бегайте, фармитесь. Гранат хватит вам. Две гранатки, волну вы сможете отстоять. Волну. Вот. Конечно же, сишки. Ну, я так посмотрел, некоторые даже... Насчет заданий Маркуса. Друзья... Это было, конечно же, легко. Моментально мы прошли Маркуса задание. Вот эти все награды получили за двое суток. Можно, конечно, было бы моментально пройти, если я понимал бы, что делать с этой полоской желтой и потом вот этим ромбиком. Я понял только на второй неделе это. Правда. Но мне понравилось то, что мы получили склад стройматериалов. Вместительная штука, очень бомбическая. Также нам добавили кирпич. Это кирпичные стены, тоже круто. Но пока у меня их нету. В будущем у нас они появятся. Холодильник, это бомба. Но в нем очень мало места.
очень мало места. Почему вы так сделали, этого места мало? Лучше бы место чуть побольше кинули бы. И дерево сакуры. Я пока в нем ничего не понимаю. Если, друзья, знаете, заранее напишите, стоит ли мне вырубать это дерево или нет. Давайте на этом я буду с вами прощаться. Кому понравилось это видео, ставим пальчик вверх, подписываемся на канал и оставляем свои комментарии. И чтобы не пропускать мои новые видосики, прожмякайте колокольчик. И на сегодня всем пока-пока!